тряпочка вот так все выбирает одежду в шкафу, да? Время завтракать пришло. Я сделаю деткам горячие бутерброды. Горячие бутерброды с сырочками оливковыми. Один. Сырок натрем на терочку. Так, вот терочку. Все, это готово. Сейчас достанем то, в чем это нужно делать, собственно говоря. Тостер я регулярно прячу каждый день, потому что это заставлено все на каунтертопе. Прям реально не нравится мне это все дело. Все, включила. Один, два. Каждому по бутерброду. Кто любит горячий чаек, кто любит молочко с этим. И позавтракает. Так, готово. Готовы наши родненькие. Одной деточке, второй деточке. А я себе сделаю, вот у меня есть авокадочки дошли. Я себе одну авокадочку сделаю на один кусочек хлеба, не надо два. Сейчас просто выключенный тостер поставлю, его немножко так разогрею. Это деткам. Высаживаемся. Все. Приятного аппетита. Осторожно, оно еще горяченькое. Я поняла, я душенька. Лучить Габи я больше не буду давать сырок. То есть оливочки. Только с чизом тебе давать. И сладочку. Да, я делаю один хлебушек. Вот он так полежит и надолго хватает. Толстый, толстый слой. По утрам, вот когда такая погода, как сегодня, я люблю посидеть немножко на улице. Птички поют, солнышко блестит. Утром у нас еще на этой стороне тень. Вот сижу, заряжаюсь природой, птичками. Ну, немножко мешают звуки кондиционеров. Но в целом природа, матушка. Получаю энергию. Иногда здесь Костя рядом сидит, но сегодня обычный рабочий день, поэтому Костя на работе. Дети пока после завтрака, а я сижу, заряжаюсь. Заряжаюсь и планирую, как что сегодня. Как бы какая-то часть уже плана, конечно, существует, потому что есть работа. Но в целом сегодня мы с детьми будем делать кукинг-класс. У меня, как и раньше,
летом я с детьми занимаюсь по расписанию, но, честно вам скажу, в этом году почти его не придерживались, потому что, опять-таки, работа, нужно все как-то совмещать. Но единственное, что дети всегда знают, чем заняться, потому что если они не займут себя сами, то я их займу по расписанию. Так как они этого избегают, то они очень тихонечко уже врубились в эту тему, тихонечко сами себе находят занятия. Такое, как он называется? Бисквит, наверное, да. Сделаем с ними. Может быть, сегодня поеду в магазин. Нужно заняться разборкой там кое-какого шкафа, перебрать кое-что. Ну и в целом проведем день вместе. Ой, какой хороший ветерок. Я так люблю, когда вот не жарко, нету влаги. Потому что влага меня просто убивает на самом деле. Точно. Все. Сегодня небольшая стирочка у меня. Так. Включим немножко постельного. О. Так, здесь все, я взяла. Все захватила. Так, все закрываем. Закрываем. Так. Извините за тряску. Хочется просто все показать. Так, чтобы не держать эту канистру в руке, я ее так наклоняю. Заливаю. Так, все, залили порошок, залили жидкость. Так, выставляем на балки, пусть будет. Так, спин пусть будет хороший. Хорошо. Все. Стирается. Да, все, залилось. Стирочка пошла. Так, мы сейчас, у нас время занятия. Сидим, занимаемся. Так, даже подожди, вот, да, я не снимала. Так, Габулечка писала у нас букву М. Это кто у нас? Ага. Маус. А это что она смотрит? А, это пазл она собирает. И это все Маусик, который делает different stuff. А, ты хочешь Маус, который держит map и держит mushroom, да? Start with M, right? Молодец, это ты сама? О, молодец. Ну все, продолжаем дальше. Следующая. Айдошка пишет у нас... Ну хорошо, отдохни. Айдошка пишет у нас диктант. Мы ему диктуем про серых волков. И это Габи сделала. Да, молодец, хочет показать. И это она сделала букву Л. Молодец. Молодец. Айдоша приготовила маффин чиз. Сегодня набирает. Не бойся, побольше. Еще. Все, дай ей тарелочку эту. Ты только себе взяла спрингабуля и доши. Садись. Нет, это не надо. С кетчупом еще там. Да, там есть баттер и чиз. Ну так детки самостоятельно готовят. Пусть из готовых упаковок, но зато самостоятельно. Это надо сразу доесть, тебе это нельзя оставлять, потому что она слепница. Вот то, что мы ели. То есть вот что они делали. Доша все сделал от А до Я сам, да, Доша? Not everything. Все? Ну а что я делала? Я стояла, только тебе немножко помогала. Все, оставь, если кто-то захочет добавку. Что, Габуся, ну как, тебе вкусная Доша приготовила? Да, Габи будет сегодня печь кейк. Да, и Дошка будет только помогать читать. Direction, instructions. Все, бон аппетит, приятного аппетита. Бон аппетит. Бон аппетит.
Шестый. Молодец, Габи, это маме давай. Да, так и мною. Налила, Доша? Все молоко можешь спрятать в холодильник. Окей, дуэй клад. Молодец. Габи, скорее, да, да, да. Все хорошо, просто надо практисим, да, Габуль? Yeah, and I haven't done it in a long time, so... Раскрывай, не бойся, сюда, сюда, сюда. Молодец. Давай маме. Так, иду прочитать, что там еще у нас нужно. Все нужно, сахар не нужно. Oven to 350 for shiny metal or glass pan. Or 325 for dark. Or 325 Fahrenheit for dark or non-stick pan. Давай, Габуля. Grease bottom only of pan. Or bottom and sides of all. Покажи коробочку, из которой мы делаем. Да. Without the ice cream, take away all the sprinkles and ice cream. Да, не, ну sprinkles inside будут, потому что видишь, тут sprinkles. Yeah, there's inside sprinkles. Inside this. Washer. Так. Значит, Идоша, давай повтори, какие у нас ингредиенты. Вы, руки вымой, Габи. One cup of milk, half a cup of vegetable oil, and three eggs. And that's it. And this. And an oven. And an oven. Так, Идошенька, сейчас держи ты телефон, чтобы снимать. Чтобы не трясти, да, фотоаппарат? Сейчас мы поставим. Да, сейчас Габи будет нажимать. Enter. Закрывай на один сначала. Теперь на два. Два. Четыре. Четыре. Да. Четыре. What's that? И пять. Пять. Крутится. И еще на восемь. Восемь. Где написано? Окей, I'll do it. You hold this. Давай. Six, should we put it on eight? Давай, да, на eight. Can we put it on ten? Все, не надо. Все, оно взбивается. Теперь верни на одну назад. Не, на одну только лишь. Так, теперь мама заливает немножечко. Осторожно, Габулечка. Да, all сюда аккуратненько вот так наливай. Молодец. Great job. Ты просто amazing job. Это была маслечка. А Идон наливает молочко теперь. Молодцы. Молодцы. Так, вот это все грязное, Доша, в раковину. Отлично. Выключи теперь, Габуля, все. И Доша отрезает. Поднимай, Габуля. Раскрой, не-не-не, сначала еще здесь открой его, да, замок. Да, поднимай. Молодец. Так, тут духовочка у нас тем временем нагревается. Мне не надо лик, потому что оно не вкусно. Широкое, не молоко. Вот такой. Что? Не надо было все открывать. Надо было как молоко, только половину открыть. Вот так, вот так. Я же показала, вот так. Next time, чтобы было удобно высыпать. Так, теперь держи за один краешек здесь, закрой пальчиком. И все, высыпи аккуратненько, чтобы мимо ничего не рассыпалось, да? Молодцы. It smells really good right now. Конечно. Put all that. Could I taste some of it? No, baby. Не надо. It says don't taste it, or you're gonna get poisoned. Really? Yes. Так, опускай, Габуля. Идоша пока может выбрасывать мусор. Oh my, what the...
мягче. Закрывай, габуля. Угу. И одну, включай на одну. Сначала пусть размешается аккуратненько. Два. Подожди, сейчас она вся уйдет, вся мука внутрь. Включай на еще одну. И на еще одну. It's okay. Так, Идошечка, ты все выбросил. Что у нас дальше надо? Да. Выключай, котик. Да. Все, сейчас мы приготовим вот эту нашу штучку, протрем и сюда выльем. Да? Okay, and then if we're gonna do it like that, попробовала, да? 28-33 minutes. Да, все. На 33 minutes на сколько градусов это получается? 325. Нет, на Цельсии обычно мне сколько нужно. Здесь есть вот Фаренгейты только лишь, а Цельсия. Ладно, ну это обычно разделить на 2 нужно примерно. Все, габуль, не надо это лизать, пожалуйста. Так сколько это будет? 325 divided by 2 is 162 and a half. Хорошо, значит, мы поставили на 190, можно даже на 180 поставить. Хорошо. Yes. Все, сейчас пока будем все здесь чистить, потом включим свет. Don't taste it. Let's start to get sticked. Да, чтобы это не прилипло. Все аккуратненько, каждый миллиметр, каждый inch of it тебе нужно смазать. И стеночки тоже, да? Walls. Да, чтобы ничего не прилипло. И не разбилось, да. И не разлезлось. Молодец. Все, мажем. Значит, что мы сейчас делаем? Мы выливаем. Вот сюда. Всю эту смесь. Да, потом можно разрезать, перекладывать разными кремами. Я часто использую это для основы, для всех партий кейкс, которые были детям, я делала. Пекла. Это очень хорошая основа. Они сразу шоколадные, ванильные, разных вкусов. На, ид. О, и у нас как раз... Я можешь лизнуть. Mm. Ну, сейчас будет готово. Габи, дай еду немножко. Все, ставим. Ставим таймер. Иду, сколько минут сказали? Иду, сколько минут сказали ставить таймер? Понятно, 25 минут. Все, и время ждать. Габриэль, дай, пожалуйста, еду немножко. Жадина. Дай еду. Иду, пальцем можешь залезть, макнуть. Пальцем возьми вот так вот с мисочки. Ням-ням. Вот результат. Вот он даже отошел от стеночек. Пирог. Пирожок. Все. Остынет. Давай, сынок, тарелочка. We've been having cream. Та-дам! This is for you. We've been having cream. Та-дам! Your lucky mama made you the cake. Дайте посмотреть близко. Переверни. Та-дам! Идите, сядьте, покушайте за столик. Вот такой вот кейк у нас получился. Очень он быстро поднялся. Очень мягенький. Если его сделать заранее, дать ему отстояться ночь в холодильничке, он соберется и можно перекладывать. Я готовлю нам пока ужин. Значит, вот это вот у нас уже пусть настаиваются шницеля и рыбные, и куриные. А это у нас картошечка. Идошенька, тише. Картошечка. Так, она еще будет доделываться. Отойди, Габриэль, от него. И салатик. Я его еще не заправила, просто нарезала. Так, дети дерутся. Нет. Ну все. Скоро будем ужинать. Так, мы пришли в магазин с арбузиками.
Ну, Фрилс, вечер, уже час до закрытия. Сейчас что успеем, схватим, да? Идите, идите. Это все на сегодня, друзья. Спокойной ночи. Устала просто вообще. Еще работала. Это та часть, которую я не сняла. Там, где я работала. В общем, в целом, уже вечер. Спасибо, посмотрю передачу. Я, кстати, сейчас смотрю очень старый сериал «Руководство по счастью». Что такое сериал 2011 года. Русский, ну так интересно снято. Вот, поели арбуза после магазина и расслаблен. Опять не знаю, куда мне смотреть. Наверное, сюда. Все, ребятки, спасибо, что были со мной. И до встречи в следующих видео. Пока-пока. Come on, come on, come on.